Тираспольский район Балки. Мы сейчас находимся за городом, место для ностальгии. Сейчас геймеры 90-х немного всплакнули. Вот он, самый главный герой этой игры, сам Супер Марио, он такой вот в полете, бежит на последний уровень. Здесь есть вот такой вот грибок, это бонус, когда Супер Марио его берет, он вырастает чуть ли не в два раза, становится таким действительно супер-пупер Марио. Такой вот бокс со знаком вопроса, я помню, если попрыгать, то из него выпадает бонус, монетка или такая вот звездочка, которая дает Супер Марио очень классную силу, он становится чуть ли неуязвимым. И вот здесь даже есть антагонисты, вот такой вот грибок, его, по-моему, зовут Гумба. И вот тот, который многим потрепал нервы, когда играли в эту игру. Главный злодей, его зовут Боузер. Именно он украл у Супер Марио принцессу Пич. Кстати, она здесь тоже есть. И вот та самая принцесса Пич. На самом деле, главной задачей этой игры было ее найти в определенном замке на определенном уровне. Но в конце буквально каждого уровня, вплоть до последнего, игра нам говорила, что «Извини, дружок, принцесса находится в другом замке». Ну, видимо, вот тот самый замок, где она находится. Игра Super Mario выходила на платформе Nintendo. Прямо захотелось достать запылившуюся приставку и поиграть в эту игру. Ну и для тех, кто почувствовал ностальгию, рекомендую. Это классное место для ретро-игрового фото.